Парад протягивается. Означать День перемоги в этом году будут не так масштабно. Однако внешние причины не должны уплывать на каштовность моменту. Головные герои – ветераны. Без свята не застанутся. Персональные парады проходят под окнами их домов. Былый партизан Владимир Шкабарин ведет активное громадское житие. Сустракается с молодью, наведывая городские святы. На жаль, все лето эпидемичная ситуация не позволяет принимать удел во урочистостях. Гостей ветеран сустракает для подъезда своего дома. Оркестр, военные песни, в живом выконании урочистый марш, а так само шмат віншаванняў. Герой свята кажа, такого масштабу нават не чакаў. Радости нет предела. Я не ожидал такой встречи. Спасибо администрации и руководству центрального района. Вот. Благодарен. Это будет вспоминать. Я буду вспоминать до конца своих дней. Вот. Спасибо всем за то, что нас не забывают. Еще один удельник Великой Отечественной войны Иван Матаренко принимал парад, стоячи на балконе своей квартиры. Такий формат веншаванья выкликает эмоции не только у ветеранов, но и у выпадковых глядачов.